«Эка, благодать Божия!» – прошептал стоящий на барже вахтенный Кирюха. Снял картуз, восторженно посмотрел в бездонную глубь усыпанных звездами синих небес, медленно провел ладонью руки по своей курчавой голове и полной грудью вдохнул влажный весенний воздух. Это Евгений Чириков, а мы с вами возвращаемся на Волгу конца 19-го столетия. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».